Добрый день, дорогие друзья. Рад всех приветствовать. Осенний марафон начинается. День первый. Полевой лесной. Хотим посмотреть одну дорогу, которая шла на сгоревшую деревню, которая находилась вон там. Мы здесь ни разу не были. Здесь поле убрали, а два первых перед ним по накату зерновые почему-то еще нет. Стерня нормально, можно будет посмотреть и поле, можно будет посмотреть вон тот лесок. Деревня была там, на деревню мы потом с Виктором пойдем. Витя, привет. Мы что-то поэкспериментировать сегодня решили. Чего? Поздоровайся с людьми. Хорошо. Вот он про какую-то трубу говорил. Видишь, вот здесь чучмя. Вон объезд. Вижу. Так, ну и что мы будем делать? Идем вот туда, в тот угол, и вот так вот наискосок. Идем или едем? Я поехал. Давай поедем. Здесь-то, конечно. Они вот объезд набили. Сейчас доедем до угла, посмотрим. Какая вот тут красота. Во, колесики. Все, выползли. Проверим сейчас вот эту поляну. Здесь был крупный перекресток. В деревню, еще раз говорю, мы сегодня не пойдем. Там где-то было. А с него вышло оттуда. Ну, грибники. Вон тут, куда не сунься. Вон они, кругом. Ну, если будем брать, то белые будем брать. Кучи какие-то кругом вот по этим посадкам, не знаю зачем. Везде здесь в пролесках. Что они здесь сделали, чего они сюда сгребали. Никто ничего не знает. Бог с ним, сейчас туда сходим, посмотрим. Первым сигналом, вон там хороший сигнал на траке. Я говорю, не дай бог монета. Слава богу, выскочила пуля 30. Авиационная, да. Приходится иногда в приметы верить. Так, а вот и первая, в общем-то, цель. Блин, ни хрена не вижу, что снимаю. Есть фокус. Блин, почва охренительная. Почва неплохая, да. Но, кстати говоря, вот в таких почвах советы сохраняются хуже. Блин, вон она. Чем империя. И наоборот. Идем вот в тот угол. Сверху лежал, блин. Идем, пока туда идем. Кто-то стоял в углу сейчас. Ну, я имею в виду, какая-то зверюга. Ну, лось, наверное, скорее всего. Пока... Да, посмотрел и ушел, пока я камеру пытался достать. Следующая цель. Пятачок 30-го года. Гнутенький. Да ладно. Золото партии. Золото партии. Так. Вот более-менее... Старый сигнал первый. Гребень загнутый. Медный. Островок посреди поля. Ха-ха. Интересненько, интересненько. Пока ходим, пока ничего больше не идет. Может быть, будем смещаться. Кто-то приехал.
Сорняки, наверное, скорее всего. Идем по елкам. И вот тут охотничья это вышечка. Ну и, соответственно, кормушечка. Добротно так сделано все. Вот. Никого. И сигналов нет. Дорога тут там вот где-то шла. Сейчас мы туда пройдем. Так. Первый медный монетный сигнал, собственно, с этой части поля. Вот как мы вошли. И вот так прошли, лес прошли. Ничего. А, вижу. Капуста, наверное. Сейчас прям это Лиза. Лизаветка. Росохран. Росохран, я себе думаю, что песочный должен быть. Ну, в общем, хорошо. Да. Видно, 69-й год. Так, вот она где-то, значит, тут была. Чуть ниже. Надо тут покрутиться. На этом пятаке. Значит, вот мы думали, что она выше дорога, вот там перекресток был. Она вот из того леса шла вот так, вот куда-то туда на деревне. Бабушки. Дедушки. Вот так все, конечно. Ну так, ну для Лизы, ну а поле, я же здесь видел мешки от удобрений. Удобряли. Вон он. Давно мне Лизы не попадались. Да. Вот такая плюшка. Да, это рельефчик-то видел. Да видел. Могу положу как-то. Да. На поле как-то полегче. О, даже коняшку видно, я тебе скажу. Есть про что? Голова. Свистел прям хорошо. Ну, чуть-чуть выше надо идти. Вот здесь надо подойти. Да. Вот этот вот кусочек подъехать. Так, решили все-таки после того, как посмотрели эту сторону, двинуть на деревню. В сторону деревни. И выскочил совет. Копеечки. Полкопеечки. 27-й год. Блин, где фокус? Фокуса-мокуса. Ну, понятно, короче, все. Все, продолжаем двигаться. Деревня где-то вот там была. Десенчик, что ли? Да, десенчик в квадрате, убитый. Сойдем все-таки. Я как и говорил, у империи у меди более-менее сохран, зато посмотрите, что делают с алюминиевой бронзой. Мрак. Я даже не знаю, что это. Трешка какая-то. Так. Зашли еще вот в пролесок. Здесь вот через эту посадку шла дорога на перекресток. На поле все-таки тяжело. Плюс 15 на улице вроде бы. Должно быть хорошо, прохладно в футболках. Ни хрена. Час ходишь и прям начинаешь оплавляться. Под солнцем, если солнце не зашло. Ну, сейчас вот солнышко, ветерок поднялся, здесь продувается хорошо. 15 копеек позднятина. 79-й год. Ага. Зато сохран. Сохран бомбический. А на поле сохран, ну я показывал вам только что. Да, там сохран. Ну все равно здесь будем лазить, не будем переезжать, нет? Была мысль, но что думаю, а смысл, если что-то находится, здесь все надо лазить, искать места. Что прыгать, бегать? Ладно, сейчас пойдем туда, передохнем чуть-чуть. Вот здесь она где-то шла, вот где тропа, вот видите. Вот она примерно здесь и была дорога, и там дальше перекресток. И дальше там где-то деревня, ну, в той стороне. Пятачок. Облизанный. 30-й годик. Забираем. Чувствует мое сердце, что опять грибокоп начинается. Такой красавец. Аккуратненький. Забирай. Ой, я же тебе сказала, надо сфотографировать. Ты же хотел. Чего, нож-то? Да. А, сегодня с нами гуляет маленький бушкрафт. Дай. Сейчас. Маленький бушкрафт. Даниэль Костер, ранний.
И голубой. В теме, три голубые вида. Яйца дрозда. Ну да, и голубые яйца он тоже на ней валяются. Вон они. Вон такой жукан сидит на листочке прикольный. Да это я не тебе. Отдыхает. Жукан. Прикольный. Во какой. С листочком. С листочком. Забираем. Только как непонятно. Надо отрезать ножку и положить его боком. Какой-то у нас опять сегодня грибоков получается. Ух, какой красава. А вот здесь он более большой, но мы его брать не будем. Он уже совсем стал. Совсем? Это шикардос. А это просто вот классика белого гриба. Ага. Главное, рядом он порублен в трех шагах. Где? Вот здесь вот. Вон, под березой порезан. А, ну да. Ну все, не зря. Всю жизнь я говорил, еловые посадки иногда выдают. Прошлый выход с ребятами. Это офигительный огненосный крест. Ух ты какой! Смотрите, целый шедевр. Обалдеть. Ну, в общем-то, там еще и эмаль на нем. Да? Да, синенький. Ладно. Вот вам и еловые посадки. Вот так вот. Вот на углу этого посаженного леса такая гора земли. Но мусора в ней нету. И грибочков везде полно, как они. Паутинники. Что-то сгребли сюда не слабо. О, ветерок поднялся. Очень хорошо с ветерком. И тень начинает расползаться. Пока не поймем, где деревня была. Да, друзья, видимо, здесь-то так она и была. Всякие горки, вон горки, вон стасканный грунт, вот так же, как вот здесь, вот в углу я вам показывал. Ну, короче, где-то тут. Видимо, ее взяли просто тракторами и сгребли, чтобы можно было поле обрабатывать. Здесь на горе, вид, конечно, здесь шикарный отсюда открывается. Я бы здесь пожил. Дом прям здесь поставить, поселить. И тишина, никого, ничего. Машин не слышно, ничего не слышно. Обалдеть. Вот этот пролеск проверим. Это у нас такой, здесь не были никогда. Вылазка-то пробная. Так, прошли вот эту посадку. Помойка страшная. Здесь поле. Очередное скошенное. И вот оно идет вокруг вот этой посадки. Сейчас здесь еще походим. Пока продолжаются советики. Копеечка 72 года. Зашли в этот пролесочек. А он не просто пролесочек. Ямы погребные. Раз. Тут куда ни войди, они везде. Большая деревня была. С ночью можно так звездануться. Так. Пока больше ничего нет. Сейчас вон. Это Люба сигнал какой-то. А? Фольга. Ну, проверять приходится. Видать, нашли мы ее часть. Кирпич вот. О, здесь фундамент. Да, очень похоже. Кирпичи. Лесная, видимо, ее часть оставшаяся. Да, не распухло. Все это вот тут вот находилось. Шурфов я не вижу. Удивительно. Чего не видишь? Шурфов. Ну, я их видела, только они по земле бегут. Шурфы? А, шурфов нет.
Я про пауков. Мне послушалось пауков. Какие пауки? Шурфы. Здесь кругом ямы дымовые. Грибные. Груздик, что я не вижу. Это груздик? Да, белый груздик. Вот и ничего от нее не осталось. Видите? Не зря мы здесь сегодня лазим. Мало находок, немного. Первый раз мы на месте. Но попадаются. Отлично. 30-й год. Белон. Зачет. Забираем. Грибники вон там копошатся. Вот так вот. Люба колосся собирать. Все, дошли до машины. Время вечер. Сейчас оба. Так, глазик протереть надо. Во. Итак, походили мы по этому месту. Да, ближе к деревне действительно одни советы. В пролесках, перелесках. Вот, на краю поля Лиза выскочила. Крест огненосный. Думаю, что его... Что это такое упало? Минералка грохнулась вся. Вот и крестик огненосный. Я думаю, что вы его увидели уже. На этом день первого осеннего марафона считаю закрытым. Оп. Но видео не кончается. Смотрите дальше.